медаль за боевые заслуги, фронтовая. У меня еще есть, но я еще не ношу. Вот, тяжело. И вот стоял я на посту, да, и подъезжает Видюс, выходит полковник и генерал танковых войск. Он мне, генерал, приказывает: сейчас мы уедем, а ты побежишь, пока сердце остановится, вперед. Пойдут танки, 12, ты должна вернуть их. Татьяна бежала 3 километра, но советские танки ей удалось остановить. За это и получила медаль. Техника шла в немецкую ловушку. И после войны ей обычные регулировщицы-танкисты писали спасибо, что спасла жизнь. Татьяна Лемешева ушла на войну в 43-м. Два ее брата попали в плен, однако про одного домой пришла похоронка. Тогда еще девушка попросилась добровольцем. Я написала в Кремль Ворошилову и попросила, чтобы меня взяли на фронт, что у меня пропали, вот, то есть погибли братья, я хочу то-то-то. И через, наверное, недели-две прислали, оттуда прислали, Ворошилов подписал, что ваша просьба будет удовлетворена. Через неделю 16-летняя девушка отправилась на фронт. Сначала ленинградский, а потом прибалтийский. Татьяна Лемешева стала регулировщицей на военной автомобильной дороге 20. По ней двигались танки, автомобили, пехота. И словно генерал, их перенаправляла хрупкая рязанская девушка. Я помогала и в связи, тянула и связь, когда приказывают. И помогала раненым, и все. Вот видите, стою на посту, идет мужчина, то есть мужчина, боец идет. Тут у него винтовка висит, высокий, здоровый парень. И вот тут руки у него. И вот я говорю: ты чего? Он говорит: подними гимнастерку. Я подняла, он держит кишки. Он тяжело ранен, а вот идет. Татьяна остановила машину и усадила бойца в транспорт. Он выжил, потом тоже писал ей письмо с благодарностью. Победу девушка встретила в Либаве. Легла спать после смены, а проснулась от канонады. Говорит, палили изо всех орудий. Когда выбежала из палатки, ей сказали: кончилась война. Это мой дорогой настоящий праздник. Связан с жизнью моей был. Вы думаете, так себе? Я не раз умирала. Там должна была погибнуть. Войну можно говорить про нее все, что угодно, а ее надо видеть своими глазами. Я вот девочка, все у меня осталось здесь. Домой она вернулась 30 июля 45-го в звании ефрейтора. Двое братьев тоже живы, вернулись с фронта. О войне теперь напоминает только эта фотография, единственная сохранившаяся с тех времен. Снаряд попал в землянку, и все карточки сгорели. Война уже не снится, остались только воспоминания и гордость за свою страну и за героев, которые ковали эту победу.